приветище! Это Кэрион, и мы продолжаем нашей биомассой покорять человечество. В прошлой серии, когда мы играли за людей, в комментариях написали, что возможно, это прошлое, это не будущее, это прошлое, когда люди только нашли вот эту биомассу и начали ее изучать. То есть нам показывают, как эту биомассу люди вырастили. Так, сюда мы заходили или нет? Я не помню уже. Мы тут остановились, но я не помню, были мы тут или нет. Вот рычажок, давай сейчас дернем. Что-то включили, выключили. Внимание. А, лазер включили. Лазер включили, это хорошо. Пойдем спустимся вниз и посмотрим, что этот лазер деактивирует. Ага, он закрывает. Он закрывает вот эту вот штуку, чтобы мы не проникли вот сюда, к дверям. Там еще женщина лазит возле рычага. Ладно, фиг с этим лазером. Я видел здесь еще один проход. Пойдем мы до него сходим, посмотрим, куда он ведет. Вот этот вот проход. Вроде бы не... Стоп. Я думал, что мы отсюда пришли, но нет. Здесь люди есть враждебные, которых мы сожрем. О, чувак в латексе. Ну, точнее, не в латексе, а в суперкостюме, который нельзя прокусить. Ах ты негодяй, ты посмотри, как он меня пробил, а. 3 здоровья оставил, сейчас мы его вот этой решеткой забомбим. Иди сюда. Сейчас я тебя сожру. А, его ж нельзя сожрать, тогда выкинем его нафиг. Ну, ты знаешь, как жевательная резинка, которая не жуется. Что, еще одни двери? Выламываем их к чертям. Здорово, ребят, мне нужно подполнить свои биомастические массы. Иди сюда, к папечкиному желудку. О, как вкусно. Идем дальше. Еще один человек. Бежим. Зависни пока здесь. Зависни на радуге и не кисни. Обходочка. Подожди. Берем эту решетку. Решеточка иди. И скидываем на него. О, классно. И добиваем этим трупиком другого чувака. Четко. А он живой. Тогда... Черт. Прострелили. Я хотел этим чуваком резиновым сбить другого чувака, но не получилось. Чертовы чуваки резиновые. Я ожидал, что его откинул, и он... Не стрелять. Я его откинул, и он сбил другого чувака насмерть. Но так не вышло. Да ёк, Макарёк, ты задолбал стрелять. Пробивает отовсюду просто. Короче, их надо жевать, по-любому жевать. По-другому никак. Где тут еще части тела лежали? Чертовы ноги, идите сюда. Мне надо восполнить ХП. А вот еще другая часть тела. Это тоже сожрем. Годненько, жить можно. Теперь аккуратненько спускаемся вниз. Мы знаем, что нас там будет ждать. Мы сейчас эту женщину вот так вот тихо... А, она нас спалила. Щупальца дотянутся? Дотянутся! Хо-хо-хо! Кстати, у нас же есть крутая способность, я про нее забыл. Мы можем делать вот так. Да блин, через щит, прикинь, через щит не пробиться вообще никак. Я думал, что паутинка появилась, это здорово. Масса уменьшилась, появилась паутинка. Так, сейчас мы его запаутиним. Спидермен! А теперь сожжем. Ом-ном. А паутина не дает его сожрать, прикинь. Вот это поворот. Сильно присосался. Да! Годненько. Стоп. Ребят, не кипишуйте. Мы тогда зайдем вот через вот эту сторону. Вот так вот сделаем. Идем зажуем вот этого чувака, пока он не проснулся. Вот. О, женщина встает. Стой. Тебе нельзя вставать. Черт. Это было опасно. Стягиваем рубильник. Компьютер сломал. Ну, не страшно. Ничего страшного. Все равно мы играть в него не умеем. У нас только щупальца вместо рук. Как зеленой, прекрасно здесь пахнет травой. А интересно, нос у меня есть или нет? О, здорово, резиновый чувак. Резиновый чувак, блин, это знаешь... О, внизу есть расщелина. Это чувак, который... игрушка есть такая, сильный чувак, которого можно растягивать просто до неимоверных размеров. Не размеров, а вообще в длину, то есть. Вот. Стрэнчмен, или как-то так его называют. Классная, кстати, игруха. Вот. Пойдем сюда теперь. Тут же все закрыто? Да, тут вроде все закрыто. Ищем обходные пути. Мутацию бы какую-нибудь найти. Очень хочется мутировать и обрести какую-нибудь способность. Так, двери закрываем. Огнем! Вода! Быстрее! Где-то же здесь вода была. Вот она.
Фига себе! Фу! Я думал, я сейчас конкретно сгорю. Огнеметчики пошли. Вот это не жадно, не гадано. Так, черт возьми! Он там застрял, а я еще и двери закрыл ему. Как же быть, как же быть? Сейчас я подзаряжу свой удар, подожди. Черт, до него вообще не пробиться, прикинь. Он щитом прикрылся и все. Так, ладно. Восстановим свои силы. Придется по потолку как-то пролезть, или я не знаю, как-то его надо обдурить. Давай, пошли, пошли, пошли. Иди. Скотина. Вылазим. Вылазим, дверь вырубай. Фух. Вообще не подлезть к нему. Псих, надо было двери закрыть. Давай поверху обойдем вот так вот его. Иди сюда, скотина огненный. Детям спички не игрушки. Взял он тут привычку огоньком играть. Черт, не успел, не успел. Блин, ну вот эти огнеметчики, они вообще жесткие. Появилась у меня способность Человека-паука. Черт, паутину не так пустил. Есть попадание, отлично. Тут же вода была, можно было личинку отложить и мутировать в маленького другана, который паутину пускает. А я вот дождался, пока меня изжгут. Изожгут. Чуваки, иди сюда, скалаем вас. Восполним хпшечки. Где-то ноги были, точнее они улетели. Ну вот, ноги упустил. Компьютеры все сломать. Можно же сломать? Походу у меня массы недостаточно, чтобы все это вырубить. Ё-моё, я тут не пробьюсь, у меня массы не хватит. У меня ж паутинки. Где ноги? Ноги, ноги где-то были. Вот они, ноги валяются. По-моему, это ноги, да? А, нет, это резиновый чувак. Ладно, пойдем обратно тогда к нашей утробе. Восполним сейчас хпшечки и вернемся обратно. Ой, спасибо, спасибо. Матушка утроба. Сейчас будем вышибать деревянные вот эти штуки. И раз, два, взяли. Здесь кто у нас? Есть кто живой? И выходи, не бойся. Нет, тут походу нету. Рубильник тянем. Отлично. Это мы вернулись в стартовую локацию. Здесь тоже дверки открываются. Чудо. О-о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 -
Блин. На тебе. Вот так вот. Минус дрон. Но надо еще... Аккуратно. Сейчас хочу вот этим трупом дрона сшибить другого дрона. Не получается, прикинь, не получается. Иди сюда. На тебе. Готов. Еще один остался. Еще один дрон. Блин, щит врубил. Какие же коварные дроны-то, а? Че, все? Он сдох? Прикинь, он прикинулся, что он дохлый. Годно. Всех сломал. Немножечко, конечно, потратил ХП, но не страшно. Так. Короче, теперь давай посмотрим, что с этим лазером. А, его заново запускать надо. Сейчас, подожди. Подожди, где мы проходили? Вот здесь вот. Вот здесь вот мы проходили. Сейчас мы активируем заново этот лазер. Где наш рубильничек? Вот. Запустилось? Да, запустилось. И теперь мы отсюда просто выбираемся. В обход вот так вот, через верх. Я думаю, нам это как-то поможет. Вау, 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 огнеметчики снова появились. Да их целых два. Блин, вода-то вон там, с другой стороны. Здесь не пролезть. У-у-у-у-у-у-у, бежим обратно. Черт, вода есть где-нибудь здесь? Вода, 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 вода. Черт, черт, черт. Утроба же там была выше. Ай, господи. Сгорел нафиг заживо. Чертовы огнеметчики. Я их еще больше ненавижу, чем пистолетчиков. Пистолетчики еще такие, ну, знаешь, как бы, ну, да, такие вяленькие. Огнеметчики как шпарнут, так вообще капец. Бежишь, как ужаленный. Ну чё? Чё? Будем сейчас думкать, как обойти этих чуваков. Так, я не понял, почему здесь двери закрылись? Мы только что туда лазили. Эу! Какого фига?
как так-то? Я родился! Ой, подожди, я родился, тут заново дроны появились, прикинь. Вот этот поворот. Чёртовы дроны. Ну, только что с вами разбирался же. Ну, как так-то? Откуда вы взялись, а, ребята? Ой. Вот так, а этого сейчас... Блин, не получилось ударить по нему. Все, готов. Четвер... Откуда? Сколько? Откуда такое количество? Я не понял. Было тогда три. Я что, этих не добил, что ли? Да, блин, хватает его. Хватай! Что-то не хватается как-то странно. Готов. Видимо, я их в прошлый раз не вырубил. Сейчас паутинкой попробуем. Готов. Попался. Хо-хо-хо. Вот и все. Двери открыты. Пойдем к утробе. Утроба. Восстанови мне ХП, пожалуйста. О, годно. Вот это годно. Спасибо. Лазер здесь активируем. Все хорошо. Пошли разбираться с огнеметчиками. Блин, сейчас будет сложно. Очень сложно. Но я... А, нас уже вычислили. Уже шпарят. Пошли быстрее. Да блин, выруби ты вот эту штуку. И там вода будет. Мы забежим вот сюда в воду. Хорошечно. Ну, пошли. Ага, они там стоят. Берем, короче, вот эту штуку. И сейчас будем... На тебе! Двоих сразу же. И разрубаем их. А теперь жираем. Чудно, сказочно. Наконец-то мы с ними разобрались. Теперь нам ничего не страшно. И выбираемся через эту деревянную штуку. Рубильничек. Фух. Музыка поутихла. О, еще одна утроба будет. Годно. Музыка поутихла. Это означает, что можно передохнуть. Чайку попить. Ага. Последний... как это сказать? Оп, блин, лазер был. Что-то не обратил внимания. Ну да ладно. Там закрылась дверь, не страшно. О, блин, еще один лазер. Да что ж я так вылетел-то мощно? Хотел сказать, последний щупалец остался, чтобы открыть нам дверь. Походу, нам только сюда, там все заблокировалось. О, чувак, здорово. Классно. Блин, не успел. Чем туша больше, тем сложнее ей управлять. Пошел вон. Еще добивающий. Сожрать его. О, нифига себе он попал, как по мне годно-то. Вообще все вырубил мне. Все мои щупальцы, все мои рты. Тихонечко давай спустимся. Дотянемся, нет? Черт. Давай, кинь в него. Смотри, как сделаем. Сейчас. Друг мой сердечный. Нифига себе, паутину пустил, еще и отхватил. Попался. Я как паукан настоящий. Готов. Надеюсь, что я смогу с 3 хп пройти. Так, тут выход, там отпирание дверей. Здесь тоже дверь вырываем. Электрощиток. Это хорошо, очень хорошо. Можно оставить личинку, но мне нечего оставлять. Мне все подстреляли, все мои конечности. Бежим сюда. Еще один рубильник. О, дверки открылись. Вокруг бежим. Бежим вокруг, возвращаемся назад. Это, блин, лазер. Что ж с лазером-то делать? Если я его сейчас пробегу, то... То... Вот эта дверка закроется. Смотри, видал? Видал? И как нам это все обойти? Всю эту систему долбанную? Щиток я сломал. Как бы нам быть? А где рубильник-то был? Эу. Здесь он был, рубильник. Черт, подери. А я знаю, как быть. Смотри, оказывается, вон тут вот рубильник есть. И туда просто паутинкой можно пустить. Сейчас главное попасть грамотно. Главное грамотно попасть. Есть! Четенько. Спустимся вниз. Посмотрим, что за дверью. А, она не открывается. Ладно. Смотрим, что у нас здесь. Еще лазеры есть. О, ДНК! ДНК, сейчас мы обновимся. И чего-то сможем делать. Расшатываем капсулу. Залазим. Фотокинезис.
Искажает свет, делая монстра невидимым, расходует энергию. Круто! Я могу быть невидимкой? Обалдеть. Так, значит. Щиток сняли. Это все вырубили. Рубильник потянули. И теперь нас лазеры могут не замечать, что ли? Давай, зажимаем Q. Круто, смотри, мы невидимые. Обалдеть. Чумовая штука. Подожди. И сюда тоже можем пройти. Там вода есть. Ага. Но туда нам нет смысла сейчас лезть. Возвращаемся. Я теперь невидим. И это круто. Как нам теперь обойти вот эту всю штуку? Рубильник только потянуть назад. Да, возьмись ты за рубильник. Мясцо. Все, вылазим сюда. Где у нас там были лазеры-то? Наверх нам надо сюда. Лазер, лазер, ты мой друг. А что это у меня невидимость не сработала, я не понял. Как это так? А, у меня энергия закончилась, прикинь. Энергия кончилась. Пойдем подзарядимся тогда. А, подожди, энергия же... Вот, щитков мы ее воруем, точно. Вот и все, вот у меня энергия появилась. Так. Превращаемся в невидимость. Да почему ты... Почему-то не сработало. Почему не сработало-то? У меня сейчас... Я все забываю, что у нас все зависит от массы. Нам нужно сейчас оставить яйца. Так, оставляем яйца. Все. Теперь мы можем пускать паутину и превращаться в невидимку. Сейчас все проверим еще разочек. Невидимость. Давай быстрее, 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 быстрее. Когда я невидим, я очень медленно перемещаюсь. Есть! Мы пробрались. И еще одна утроба у нас сейчас будет. И значит, мы дверцу сейчас откроем. Скоро мы выберемся из этой чертовой лаборатории. О, да. Пойдем вниз. Скорее всего, нам только сюда. Энергия, есть энергия, энергия. Интересно, я смогу невидимостью пробежать мимо них? Не знаю. Ну давай в любом случае восполним электричество. Отложим здесь яйцо. Эть. Блин, это, конечно, капец. Смотри-ка. Оп! Они меня запалили как-то. Черт, щит его не пускает меня. Я об щит... Как это сказать? Щит его как электрошок для меня. Я его касаюсь, и меня током долбит. Так, одного я выкинул куда-то непонятно. Восполним ХП. Спасибо. Спасибо, спасибо. Все-таки он меня пробил. Ну, не страшно. Мясо есть мясо. Мы возродимся снова. И пойдем надаем ему лещей. Паутинкой. О, он сидел здесь, прикинь. Просто сидел. Досиделся этот перец. Сожрали все. Ну, пойдем заберем тогда свое яйцо. Оставшееся, а чую. Вот. Раз нам невидимость не помогает здесь. Она бы помогла, если бы не было этих щитов. Которые электричеством. Убегаем. Огнеметчик там у нас сидит. Вот давай до огнеметчика попробуем как раз таки при помощи невидимости добраться. Полезли за ним. Где ж ты, мой друг? Вон он стоит. Сейчас мы тихонечко... Опа! Вот на огнеметчиков это распространяется. За яйцом возвращаемся. Годно. Всех обманули, всех обхитрили. Что у нас здесь? Здесь должен быть выход. Выход к нашей двери. Где-то здесь. А, невидимость нужна. Подожди, подожди, подожди. Невидимость. Сейчас, как нам туда вернуться-то? Черт. Чтобы туда вернуться, надо лазер. А у меня хотя есть немножечко... В любом случае вода нужна. У меня просто есть немножечко энергии. Возможно, этого бы хватило, но... Нужна вода. Чтобы мы стали поменьше. Чтобы невидимость могла применяться. Ладно. Давай сделаем так. Откладываем здесь. А прикинь, не можем здесь отложить. Слишком мало места. Не можем здесь... Нас вода просто выкидывает через трубу. Ну, хорошо, ладно. Пошли тогда наверх. Вот, наконец-то. Здесь возле электрощитка у меня получается отложить свое яйцо. И теперь аккуратненько выбираемся. Главное, чтобы нас лазеры не засекли. Вот, спокойненько.
А, единственное, по-моему, здесь дверь защелкнулась, да. Здесь дверь защелкнулась. Черт, нам обратно надо. Все, мы здесь. Мы вернулись. И сейчас пролезем. Только вначале надо рубильник повернуть. Мой сладенький рубильник. Тут тоже была энергия, смотри. И вода, по-моему, там была. Давай-ка посмотрим снизу. Да, тут можно было протиснуться и тоже тут отложить личинку. И энергия, пожалуйста. А я так далеко ползал. Ну что, давай проверим. О, чувак здесь. А ты откуда тут взялась вообще? Как так вышло, что ты тут была? Это от дрона куски какие-то валяются. Пролазим. А, двери открылись, и она выбежала. Скорее всего, так и было. Дергаем рубильник. Отключили лазер. И заходим в утробу. Получено достижение. Что-то есть в этих дверях.